Справжня атмосфера Ірландії панувала у спорткомплексі Одеської юракадемії. Уже декілька років поспіль тут відбувається міжнародний чемпіонат Одеса Open Fesh з ірландських танців. Цього року 12-й турнір зібрав більш ніж 130 учасників з різних міст України, Росії та Білорусі. За словами організаторів, підтримка керівництва вишу грає важливу роль у проведенні чемпіонату. А критий спорткомплекс Одеської юракадемії ідеально підходить для цього унікального виду спорту. Мы вообще являемся коллективом Одесского национального университета. Но уже третий раз мы проводим соревнования на этой площадке. Почему? Потому что здесь, конечно, мы называем это место под куполом, под открытым воздухом. Это идеальное место для летних соревнований. Конечно, поддержка со стороны высших учебных заведений нам оказывается, и мы благодарны. Мы, во-первых, очень признательны Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он нам способствует этим замечательным местом. Мы знаем, что здесь очень много занимается спортсменов. Мы вчера тогда подготовили зал, мы видели, что здесь и футболисты, и йога, и очень много черлидинг, очень много всего. Ну, мы надеемся, что ирландские танцы – это тоже такая интересная грань для этого места. Открытое пространство – это очень хорошо, потому что лет 8 или 9 проводили в закрытом помещении. Очень мало места, кондиционер не спасает, естественно, и это прям замечательный выход для летнего конкурса. Это прям, шикарное место, и спасибо, что проводится уже не первый год. Вот, поэтому и спокойно себе танцоры могут и потренироваться, и выступить, и все, кто хочет, группа поддержки, естественно, могут разместиться в этом зале. У програмі були різні види танців – ріл, джиги та форпайпи, категорії соло, дуети та групові виступи. Вікові категорії – від шестирічних танцівників-початківців до сеньорів 30+. Ирландские танцы – это очень красиво, очень захватывает, очень эмоционально. Я так думаю, что и при том для любого возраста начинает, то есть я могу сказать, мне 55 лет. Вот, и это не мешает мне заниматься. Начала заниматься в 45, по-моему, где-то там, или 47. Вот, это не мешает расти, при всем при этом ты всегда в хорошей форме. Увечері в межах заходу відбувся масштабний фестиваль, де всі школи показують свої шоу-номери. Про високий рівень змагань свідчить участь відомих спортсменів, призерів чемпіонатів світу та Європи. Выступали в сольных танцах, сольный вид программы, чемпионат. Ну как поднялись? Танцевали хорошо, надеюсь. Вроде как судьи оценили, всем понравилось. Мир, соревнования достаточно сложные. Готовились, выступили, поднялись на пьедестал. Здорово.